Приветствую вас, с вами Доминус Фурор, и мы снова играем в Доту X20. Это уже, по-моему, третья наша игра. И игра еще не знаю, на ком она будет. Хотя вы уже, наверное, знаете, судя по названию видео, а я еще не знаю. Так что сейчас мы ждем, пока все догрузятся. Так, опять же, режим, вот, все, что можно выбрать, я выбрал. All random, apply. Я понял, все, можешь прятаться. Прячься, ладно. Здесь загрузится вот эта вот маленькая няшечка эльфиечка. Не могу ее открыть на полный экран. Так. Лейвук. Ладно, я не буду даже читать. Какой-то непонятный язык. Непонятный. Так, все загрузили. Кто же мне попадется? Оп. Так, все же играют, правда? Так, мне попался Магнус, но я не уверен, что... Почему Алпик? Что происходит? Это не All Random, да? Я как-то забагал, это Алпик, боже мой. Боже, это Алпик. Ладно, но поскольку мы хардкорные пацаны, а где рандом? Кнопки рандом нету. Короче, ладно, Магнус попался, значит играем за Магнуса все равно. Я не знаю, что это такое, что с нами случилось. Эх, дота. Это не дота, это я что-то накрутил. Ладно, в любом случае. Сделаем вот. Как-то. Мана у нас все равно будет бесконечная. После нашего стара я сразу ходу пойду. Мгновенный такой вот у нас кивер. Эта штука. Эта штука, это понятно. На ее апать не надо. Хотя можно теперь на троих кидать. Так. Эта штука тоже понятно. Дети опять орут во дворе. Ну, а я покажу ребятам, как я мастерски умею закидывать на хайграунды за Магнуса. Поскольку я это теперь делаю мгновенно, мне просто нужно выбрать правильный угол. И сделать вот так вот. А почему он... Так. Оп! Бамс! Блин, а вот... Если бы вы мне помогли, то я бы справился. ТП зон для ловит for after. А почему так? Это странное правило. На! Рейнджа какая. Вот зря ты со мной дерешься, у тебя скиллов нету, а у меня скиллы есть. Без этого ты проиграешь, братан. Смотри, псикер, догоняй! Даже догонять не буду. Бамс! У тебя, ты следующий, ты понимаешь, что ты следующий? Думаешь, все так просто? Бабах, взорвался! Так, надеюсь, это все герои рандомные, потому что будет обидно, если я один. Магнуса якобы нарвал. Темпларка, мне кажется, имба сойдет этой штукой. Бонус так рейндж. Ого. Так, сейчас эту штуку все принесем, все. Бах! По лесу бежим. Как ты так... Почему крипы... Почему башня так быстро снесла? О боже мой, я что не бафнул товара? Я все бафнул, я же на записи помню, что я бафнул все. О боже мой, я думал на X20, ладно. Так, мне мана не нужна. Да, в натуре я товара не бафнул. Ну, точнее, я их бафнул, но они не бафнуты. Это разные вещи, я их бафал. Ну блин, ну там просто я что-то начал. Бам.
Пух! Боже, мне кажется, этот мод слишком какой-то, ну, в него играют не особо скилловые ребята, потому что я уже третью игру всех разношу просто очень легко. Так, мне уже есть куда. Ладно, в любом случае, поскольку я не апнул товара, я делаю дезолятор, сношу эти товара за пару секунд и... Ой-ой-ой. Вот он сбазывает. Это с базы, он утонул, утонул. Бамс. Все, дезолятор у меня есть. У меня выбор нету, то есть мне приходится пушить все это дело. Да. Увы, судьба у нас жестока. Ого. Неприятно, однако. О боже. Не, ну ты даун. Короче, ладно. Я не знаю, я бафал ТВР, я не знаю, почему оно так случилось, так вышло нехорошо. Возможно, там в конце что-то изменилось. Но я не виноват. Честно, честно, честно. Так, я могу тэпаться очень далеко с этой штукой, а с этой штукой я смогу больно бить. Так. Бамс. Все, меня все устраивает. Бамс, 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 бамс. Вот это вот туча меня не радует. На. Ладно, короче, что-то не так у нас вышло с этой игрой. Ну я опять же вынес им все к чертям собачьим. Ладно, странно довольно вышло. Странно довольно вышло. Я походу не бафну все же товара. Они не бафнуты, ладно. В общем, такая у нас вышла игра 4-минутная. Опять же, мне очень нравится то, что я быстро ее запишу. Очень быстро запишу, быстро сделаю, быстро выложу. Но все-таки 4 минуты это не то, что нам нужно. Ладно, в любом случае, с вами был Доминус Фурор. Это мое третье видео по Dota X20 за Магнуса. Подписывайтесь, оцените видео. Всем удачи и пока. Кстати, ГП больше, чем у Алхимика прошлой игры. Хи-хи. With no moon to guide our path.